Я думаю, что сегодня технологии дошли до такого уровня, что в массовом сознании появляется ощущение того, что будет где-то прорыв. Та самая сингулярность в этом году стала более-менее ощутима. То есть если до этого это казалось какими-то сказками, то в этом году уже собираются разные инициативы о том, чтобы бороться и ограничивать эту самую сингулярность. Поэтому вот технологии дошли до того, чтобы замаячил новый мир. Вот я думаю, это основной такой тренд этого года. Если вы знаете, у нас государство имеет некоторую стратегию развития, есть агентство стратегических инициатив, которое разрабатывает развитие, да, технологическое страны. И в рамках ОСИ есть инициатива, национальная технологическая инициатива. И вот мы входим в рынок нейронет в рамках этой национальной технологической инициативы. И идея в том, что государству нужно поддерживать не те технологии, которые работают на сегодняшних рынках, а целиться на рынки будущего. Потому что сейчас уже есть монополисты, и рынок поделен, да, поэтому нужно целиться в рынок будущего. И, соответственно, в рамках НТИ поставлена дата 2035 год. И мы вместе с нейронетом идем в это будущее. Соответственно, в рамках нейронета у нас есть сегмент нейрокоммуникации, нейромаркетинг, в котором мы работаем. И основная задача проектов в этом направлении – это улучшить коммуникацию между людей. Потому что, как вы знаете, 80% всех проблем, так или иначе, вот первопричиной их является это проблемы коммуникации. Соответственно, наш проект ProtoBrain решает, то есть это платформа, которая позволяет повысить эффективность и результативность групповых коммуникаций. Как я уже сказал, вот через 10 лет вот то самое будущее, те самые новые рынки 2035 года, они уже будут сформированы, да, и как раз то, над чем работает нейронет в рамках НТИ, вот это улучшение коммуникации людей, да, это когда мы говорим о том, что не технологии на смену человеку, да, мы говорим, что технологии нужны для того, чтобы усилить человека. Как вот есть экзоскелет, да, также говорят, для мозга есть экзокортекс. Так вот, ProtoBrain, наша платформа и вообще решение в области нейронет, это такой экзокортекс. Говорят, неокортекс – это кора головного мозга, да, а вот экзоскелет – это то, что вокруг нас такой большой танк, да, такой металлический. Так вот, мы говорим об экзокортексе, то есть то, что усилит наш мозг, усилит наши человеческие возможности. Вот мы к этому идем и делаем вклад в это. Конечно же, есть смысл инвестировать в технологии повышения коммуникации, качества и результативности коммуникации, потому что, как я уже обозначил, это область, в которой гигантское количество проблем. Вот, например, у нас один из наших трех офисов, там 50 человек, примерно там 200 квадратных метров офис. Мы занимаемся разработками IT-технологий, и мы посчитали, у нас в месяц 1000 человеко-часов уходит на коммуникации. И это гигантское количество потерь, и любое, что хотя бы там немножечко, хотя бы там на 2-10% увеличивает эффективность вот этого процесса коммуникации, то есть даст сверхрезультаты. Поэтому, конечно же, нужно вкладываться в технологии повышения качества коммуникации. И в проект ProtoBrain добро пожаловать. Форум, мы первый раз на форуме All Over IP, нас пригласили в стартап-секцию. В этом смысле, может быть, мы ожидали чуть-чуть большего, потому что мы хотели там увидеть инвесторов, да, как-то пообщаться больше. Но поскольку стартап-секция в этом форуме первый раз, то она, видимо, не набрала еще популярности. Но что было ценно для нас? Поскольку у нас есть B2C-решение, есть корпоративное enterprise-решение. А здесь как раз представлены игроки, которые, интеграторы, производители, которые поставляют решения для enterprise-сегмента. Да? И, соответственно, пообщаться, получить вот эту обратную связь было очень ценно. Пожалуй, что самое ценное было для нас, именно то, что мы услышали из нескольких источников, то, что заказчики, вот этот enterprise-сегмент, уже не удовлетворены просто железом, просто серверами, просто хранением. То есть они говорят, дайте нам какой-то интеллектуальный стек, дайте нам что-то, что мы сможем получать дополнительного с вложений вот в это железо, да, и это как раз про нас, вот про то, что мы делаем, то есть нам это было очень приятно услышать, это такой,
очень интересная обратная связь от рынка. То есть, ну вот, безусловно, такие форумы как раз нужны для общения, то есть, и вот возможность пообщаться, это самое ценное, то, что здесь было предоставлено. Организация на уровне, все было хорошо.